I'm throwing rocks tonight. Мощно сегодня катаю. Rocket, dude. Запиши, чувак. Это был ценный ковер. This was a... Это был... Yeah, man, it really tied the room together. Ковер задавал стиль всей комнате. Да, это был ценный. Кто задавал стиль? Мой ковер. Ты слышал, что рассказывал чувак Донни? Were you listening to the dude's story? Ты слышал, что рассказывал чувак Донни? So you have no frame of reference here, Донни. You're like a child who wanders into the middle of a movie and walks up Уолтер, what's the point? There's no reason. Here's my point, dude. There's no fucking reason why this is Уолтер, what's your point? Да, Уолтер, о чем ты? What is the point? Уолтер, к чему это? We all know who is at fault here. Всем ясно, кто виноват. Хули ты несешь? Нет, это ты, блядь, о чем? We're talking about unchecked aggression here. Речь, а немотивированная агрессия. Forget it, Donnie, you're out of your element. Донни, не лезь, ты не в теме. Уолтер, я не могу выкатить счет китайцу, который нассал на мой ковер. Хули тут обсуждать? Что значит хули тут обсуждать? Речь вообще не про китайца, чувак. Речь о линии, о границе, которую нельзя переступать. Кроме того, воздержись от употребления термина китаец. Будь добр, называй его азиато-американец. Уолтер, он тут не строил. Тебе на ковер. Разве не так? Нет. Разве не так? Да, но... Конечно, да. Ковер задавал стиль всей комнате, не так ли? Так точно, блядь. А он на него нассал. Донни, угомонись. Знаешь, я не могу найти этого пидора Лебовски. Его фамилия Лебовски? Как у тебя, чувак? Вот он-то, блядь, и заплатит за изгаженный ковер. His wife goes out and owes money over town, and they pee on my rug. А ковер обоссали мне. А ковер, блять, обоссали тебе. А ковер, блять, обоссали мне. Правильно, чувак? They peed on your fucking rug. Ковер, блять, обоссали тебе.